Поговаривают, что до декоммунизации Настю Каменских звали Настя Днепродзержинских. Так или это и нет, я не знаю, но встречайте, у нас в гостях Настя Каменских! С Новым роком, Настя! Добро пожаловать! Здравствуйте, здрасте! Понимаете, неспроста Настя сейчас, так сказать, одна, сама. Просто у Насти сольная карьера, кто не знает, друзья. Занялась сольной карьерой, аплодисменты. Настя теперь сольная карьера у нее. Это единственный вопрос, Настя. Извините, я хотел спросить просто, ну, если раньше коллектив назывался «Потап и Настя», то сейчас как? И Настя? Просто, да? Нет, НК. Как? НК. Слушай, если название не придумывали, не надо на ходу выдумывать. Это тоже неинтересно, НК какой-то. Степочка, смотри, все очень просто. Н. Настя К. Каменских. Это аббревиатура. Ну действительно, извини, Настя. НК Настя Каменских. Все, да? Все понятно, все ясно. Ну а Потап как там в одного теперь? Ну, Потап, я просто сегодня пришла сольную свою представить песню. Чего мы будем говорить сейчас про Потапа? То есть про Потапа не будем сегодня? Ну все сказано, сделано, не будем про Потапа. Договорились, значит, Настя, прекрасно выглядишь, красотка. Спасибо большое. Я смотрю, значит, сбросила лишнее. Блин, опять про Потапа получилось как-то. Все, прости. Про Потапа ни слова, договорились? Не будем про Потапа и все. Привет, Настюха! Привет. А где Потап? Жень. Извини, что? Настя. Что? Мы просто имя Потап не произносим. Почему? Потому что Настя ушла. От кого? От того, чье имя нельзя произносить вслух. От Волан-де-Морта, что ли? А ты мочишь, я говорю, где Потап? Все, Жень, все. Нет Потапа, все. Как нет? Все? Пришла Чундра к Чучундре. Теперь у мамы дома на кухне только мама. Все. Засыпай, любовь мою, засыпай, да? Как же ты теперь пырышками своей пупырышки? Остановись, Жень, ну я тебя прошу. Что? Потап живой. Да, все нормально. А вы что, его живого похоронили? Да. Я говорю, ты не понимаешь, Настя отдельно, Потап отдельно, все. Ты не расстраивайся. Мы тебя потом отдельно подхороним. Настя, извини. Иди, извини меня, на. Слышал. Слышал, Женя. Большое горе. Во. Большое горе пришло. Настя, мне рассказали мои соболезнования. Ну, ты не волнуйся. Ведь правда говорят, что Бог забирает только лучших. Так что, может, Алеша еще вернется. Поплачь у меня на груди, поплачь. Так, ребят, я не хочу. Хорошо, я на твоей поплачь. Это горе. Я только узнал. Саш, ты... Владимир, вы уже наплакались. Нет, я еще не наплакался. Какое горе. Хорошо, тогда я поплачу на попе у нас. Ребят, ну перестань, ну... Слушай, горе. У меня столько слез, давай поменяем. Кошмар. Перестаньте меня, ну хватит. Это такое горе, перестань. Вы знаете, какое горе? Ведь Алеша должен был выступать у нас на новогоднем корпоративе. Ну а что за паника? Ну теперь не сможет, что такое? Как это не сможет? Он же всего, на все умер, а не попал в список запрещенных артистов. Так, да? Ребят, слушай, ну давай... Настя! Настя, как это произошло, скажи. Ничего не говори, я сам все знаю. Он пел свои песни, слушал, и у него из ушей пошла кровь, да? Жень, ну... Нет, не так, нет. Он упал на позитива. И тот проткнул его ребрами. Это бред, Настя, прости. Настя, сочувствую. А как все-таки это произошло, а? Я знаю, Юра, да. Как это произошло. Леша, наверное, опять кушал в постели и поперхнулся. Смерть мечты. А когда будет прощание? Алло, мне сейчас неудобно говорить, я на поминках, товарищ. Что вы говорите, серьезно? Что, Вова?
Да что? Правду говорят, беда не приходит одна. И говори, не томи, что? Сначала Леша ушел. Ну? А тут мне позвонили и сказали, что позитив живой. Господи. Настя, Настенька, НК, горе-то какое. Эх, Леха, Леха, рано ты примерил белые потапочки. Его уже унесли. Да никто никого не уносил, ребят. Ну да. Тут с кондачка два санитара его фиг поднимут. Это через окно надо, как пианино. Да. Володя, скажи что-нибудь. Конечно, напрочь. Скажу. Что я могу сказать, друзья? Я... Не все понимали песни Потапа. Но, с другой стороны, не все и любили его. Как говорится, время и стекло. Пусть земля тебе будет пучком. Вова, ребята! Ну, действительно, да перестаньте, он жив, здоров, с ним все в порядке. Просто мы сделали паузу в дуэте, дайте выступить, боже мой. Еще не свыклась с этой мыслью. Попою, тебе легче станет. Я думаю, станет легче всем. Поет Настя, Евгений!